Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас колда, сегодня, точнее вчера уже поменялись немножко анимашки, добавили новую такую вот лотерейку интересную, где можно вытащить топовые плюшки, тыквенная голова, новый скин на АК, новый скин Outrider скелет. Вот так вот прикольненько выглядит, ну и новые скины на все остальное. Хэллоуинская тематика. Так, также у нас сегодня добавились новые уже наконец-то новые награды, то есть новые возможности пройти Battle пропуск, и мы будем сегодня с вами забирать самую топовую темку АК Красный маневр, самый топовый скин на пушечку. Дальше, как видите, уже все пошли одни сундуки, то есть будет чисто фарм сундуков. В общем, поехали. Поехали, будем с вами сейчас открывать. Что там у нас по заданиям? 10 медалей в сетевой. Королевская. 2 эмоции в сетевой. 12 с пистолет. Так, пистолет-пулемет, пистолет-пулемет. Ну, окей. Поехали, попробуем в сетевуху сыграть. Так, не люблю, я люблю стандарт линия фронта. Самая быстрая карта для катки. Попробуем сейчас ппшкой. Что у нас получится? Зафармить и сможем ли мы забрать? А меня уже кинуло сразу в бой, ничего себе. Вот как. 11-0, я хренею. Конечно, папашкой тут особо много не набьешь. Ай-яй-яй. Ну хорошо, четверочка. Может, успеем еще. А там ихних вертолетов хватает, понятно. Ну, в общем, тут нам ничего не светит в такой катке. Не успею я уже тут ее вытащить. Самое главное сделать нам хотя бы задание. Там два вертолета вражеских. Да, а на растяжке подорвались. Веселые катки, однако. С вертолета. Разменялись один на один.
Так, окей. И чё мы сейчас получим? Мы 11 кило мы сделали. Я надеюсь. Ух ты, ничего себе, сколько мы все, 850 очей, 18 кило, ну, сошли под конец катки. 11-0, так, окей, поехали, посмотрим, что у нас с Battle Pass. Попробуем позабирать. Так, получить 99 сразу же дали, и сразу давайте заберем. Бум, соточка. Вот так вот до сотого левела мы дошли. Сколько мы? Недели две, наверное, с вами. Чик. Неплохо. Вы получили тонкая полоска. Вот так вот называется. И вот получили мы, открыли топовую пушечку сотого левела. Красный маневр. Ну вот так вот выглядит пушка, ну, довольно-таки прикольненько. Сейчас попробуем. Что по свойствам, сейчас посмотрим. Так, еще дополнительно сундуки. 101 уже, ну, дальше уже пошел чисто фарм. Так, королевская битва на обратном отсчете. Два раза эмоции в сетевой. Навыками оперативника. Использовать эмоции в сетевой игре. Королевской штурмовой. В общем, тут можно фармить еще много и много. Поехали. Посмотрим на новую, на нашу новую пушку. Так, комплект. Вот так вот первая фиолетовая пушка на аккаунте. Так, что она? Повышает дальность стрельбы оружия. Ваше убийство знаменуется эффектами. Знаменуется эффектами. Окей, поехали посмотрим. Давайте ее сразу же качнем. Шестнадцать пятьсот надо. Немало так, нехило, нехило. Такс. Оптика. Так, хорошо, модули. Что тут у нас? Скорость передвижения. Так, первый есть. Увеличенный магазин есть. И планочка. Или планочку для точности. Там повышение точности. Ощущение. Скорость прицеливания. Вот так вот сделаем. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну, поехали посмотрим. Еще разок. Кстати, можно даже поменять. Одежды пока нет. А новый рюкзачок. Так, ну вроде все. У меня тут комплекты позбивались. Так, первое по умолчанию у нас стоит. Окей. Поехали, попробуем, посмотрим на пушку. Какими тут эффектами она будет. Ну а дальше уже будем просто с вами копить кучу сундучков.
Там-там. Ну, прикольненько смотрится, блестит. Ржовая выдра, короче, куча ботов, как обычно. Да вы все бегаете, блин, мышка еще заедает. Ага, вот так вот эффектами фиолетовая. Ничего себе. Вот это они называют эффектами. Ну, не знаю, такое, если честно говоря. Я-то думал, тут прям мега вау будет. Как обычно, короче. Ну, что я могу вам сказать? Чисто ради визуального эффекта выделяться в чате. Не более того. Надо попробовать забрать последний кел, посмотреть. Чё ж ты стал передо мной, блин? Это обычно такая лажа бывает. Так, 43. Сорок семь. Готовимся. Тихоша 48. Блин, пока готовился. Как обычно. Провтыкал 49. Это мой последний килл. Ну, видите, только чисто из-за строки в чате, больше ничего такого интересного нет, к сожалению. В общем, вот так вот. Чисто выделяться, я думал, то более что-то будет интересное. В
общем, такая вот плюха. Конечно, черное золото поинтереснее, там дополнительно опыт 10% дают прокачки. Чисто такое. Еще и лава. Вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.